Измена – это всегда внезапный удар, способный выбить почву из-под ног даже у крепкого нервами человека. Измена – это факт, который нужно принять и решить, как жить дальше. Но еще расточительнее для своего сознания жить в тревожном ожидании, лишь интуитивно понимая, что мир, полный заботы и внимания, созданный для тебя якобы любящим партнером, это всего лишь ширма. Та ширма, что бережет тебя от травмы, от правды, что он спит с кем-то еще. Итак, к нам обратилась Алина, у нее проблемы в семейной жизни. В чем, собственно, заключается ваше подозрение, что происходит? Год назад я родила сынишку, у нас с мужем были потрясающие отношения. Он сам хотел жениться, хотел ребенка, все получилось, и вроде вначале все было нормально. Но где-то, когда малому было месяца 4, муж стал как-то странно себя вести. А вечером там ложимся, например, да, на диван, он посмотрит телевизор, выключает, ложится спать. Mm-hmm. То есть как бы никаких вот отношений там, как раньше, давай я тебе, милая, там, чай приготовлю, или давай там вместе фильм посмотрим, ничего такого нет. То есть как бы я чувствую, что он охладел. И сначала я не обращала на это внимания, потому что, ну, понятное дело, я была в ребенке, и как бы мне, если честно, было не до этого. Но сейчас я вижу, что уже ситуация катастрофическая. Он задерживается на работе, и все вот как рассказывают там, да, в историях, которые я раньше слышала, теперь эта история стала моей жизнью. И в последнее время я стала подозревать, что, возможно, не может же он просто вот со мной так не общаться и ни с кем не общаться. Я думаю, что у него кто-то есть, хотелось бы узнать, потому что не хочется в таких отношениях пребывать. Ясно. Сейчас Леонид, как вы нам рассказали, находится в торговом центре, правильно? Да. Там же находится и наша девушка-провокатор Мартина. Давайте сделаем следующим образом. Мы попробуем ее направить непосредственно к вашему супругу, и она, как опытный пикапер женского рода, что-нибудь пытается с ним сделать. Посмотрим, что из этого выйдет, ну а вы сразу получите представление о том, как ведет ваш муж себя, когда к нему подходят незнакомые девушки и знакомятся. Я не думаю, что он согласится с ней разговаривать. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаете, не его типаж? Да нет, вы знаете, ему, в принципе, нравятся такие эффектные девушки. Он как раз, когда мы познакомились, я, можно сказать, выглядела примерно так же. Мы познакомились на пляже, поэтому я просто надеюсь на это, если вы меня поняли. Ой, извините, пожалуйста, а вы не подскажете мне, какой из вот этих вот двух велосипедов будет получше? Ребенку? Ну да. Да я здесь не работаю. Ой, извините. Ну давайте я попробую. А сколько лет ребенку? 7. Я просто вот 7. Думаю, как вот выбрать между вот этим и этим. Ну что мы видим, они довольно мило общаются, да? Да, если честно, я не ожидала, что он... Простите, вообще не ожидала, что он даже заговорит с ней. Ну, знаете, я надеюсь, что просто они болтают и на самом деле расстраиваться еще рано. Одинокой маме... надо... Некому посоветовать. Да. Нет, надо выбирать что-нибудь подешевле. А, подешевле. Давайте рассмотрим вот этот подешевле. У него также поднимается сиденье. Нет, ну это женский, у меня мальчик. Да, ну, конечно, это вообще неожиданно, что он даже так мило болтает с ней уже. Не знаю, сколько мы смотрим это. Вы, наверное, здесь где-то недалеко живете? В соседнем доме. Я поэтому я вас не видела раньше здесь. Вы тоже здесь живете? Да. В этой ситуации, конечно, Мартина немного подыгрывает нам, съемочной группе, да? Она не живет в этом районе. Очень удобная, смотрите, система шин, и хочешь просто подкачать. То есть даже если вы не умеете, да, насосом орудовать, очень просто. Ну, для этого нужен папа. Папа нет. Ну, зато такая мама есть прекрасная. Может, она вообще не нравится, он просто очень вежливый. Вам надо радоваться, у вас вежливый муж. Посмотрите. Сама вежливость. Задача, которую мы поставили Мартине, взять у него телефон. Знаете, я с красивыми девушками в торговых центрах стараюсь не знакомиться. Боюсь, супруга не поймет. Так что, если случайно пересечемся в парке, то, конечно, выйдет здорово. Познакомитесь с моей супругой. Ну, видите, все прекрасно. Он отказывается, отшучивается и, в общем-то... Если честно, я уже думала, что он сейчас даст ей номер, потому что...
Я не ожидала, что это будет так сложно. Ну, видите, да, бывает и так. Хотя, постойте-ка. У меня просто такая беда, мне передвинуть диван некому. Диван? Да, раз вы здесь недалеко живете, может быть... Не, ну тут никак не откажешь, вы же сами диван точно не передвинете. Ну да, я вот просто тут недалеко совсем живу. Ну, хорошо, диван передвину. Может, обменяемся номерами? Давайте. Так, вы мой запишите, да? Да. Запишите? Давайте. 8-915-623. Ну, смотрите, здесь она, будем считать, что просто уговорила его. Алин, ну вы так сильно не расстраивайтесь, пока, в общем, ничего страшного не произошло. А теперь... Он просто дал номер телефона какой-то девки, которая подошла к нему, когда он пошел в детский магазин. Сейчас самое главное, это не то, что случилось, да, а то, что может произойти дальше. Если Леонид как-то проявит себя, если какая-то реакция будет, он напишет Мартине, решит как-то возобновить контакт, мы с вами сразу свяжемся. Если же ничего такого не произойдет, это будет означать, что он просто из вежливости... При большом скоплении народу в магазине не стал грубить девушке, да, и ничего страшного для вас не происходит, да, и все хорошо. Хорошо, спасибо, я буду надеяться, что это просто действительно было так, как вы говорите. Вы просто не представляете, как тяжело на это смотреть. Пару дней ничего не происходило. Мартина решила написать привет. Леонид активно откликнулся, прислал смешную картинку. Мартина пригласила Леонида к себе, попросив передвинуть диван. Тот согласился прийти к ней вечером. Конечно же, квартира конспиративная и завешена камерами. Мартина готовится к встрече с Леонидом. Алина, ну что, настал час икс. Как забавно вы это называете. Ну да. Да, сейчас придет ваш супруг уже в нашу конспиративную квартиру, и там у него состоится какое-то общение с Мартиной. Посмотрим, что случится из этого. Здесь я, проходи. Здесь разувайся, да? Да, разувайся здесь. Разувайся, раздевайся, можешь полностью. Это... А почему она раздетая? Ну, девушке поставлена задача соблазнения, поэтому она немножко... Поэтому не надо было одеваться? Нет, мне кажется, что некая одежда на ней есть. Немного, но... согласен, немного одежды, но что-то отлично есть. Собственно, объект. Садись, чайку. Да, давай. Отлично. Ты... Ну, что еще можно здесь сказать? Я, если честно, вообще не понимаю, что происходит. Он пришел чаю попить? Сладенько. Спасибо. Ты немножко опоздал? Извини, так, я заметила. Да, я не сильно. Угу. До работы шеф задержал. Он, понимаешь, неадекватный. Знаешь, что такое неадекватное руководство? Дает задачи, прекрасно понимаешь, дает кучу заданий, кучу задач, а то, что у тебя рабочий день заканчивается, ему неинтересно. То есть ты и работу свою не выполнил, и уходишь, два косяка сразу. А то, что у меня семья, ребенок, это вообще отдельная тема. Вот твой уже подрос, да? Да. Он сам свои дела решает. Ну как сам свои дела решает? Конечно же не сам. Ну он хотя бы не ревет, не орет ночью. Ну, мы это уже все прошли. Ну, а я прихожу, у меня жена хочет веселье. Она же, ты вот с маленьким сидела, да, там, когда он совсем, да, там, до трех лет. Он с ним сидит, скучный, каши варит, ребенка кормит, а потом пришел муж, давай веселиться, давай общаться, а я уже замотанный вообще, понимаешь? То есть от малого он устал?
он устал от собственного сына, и кому об этом рассказать? Когда я у него спрашиваю, что случилось, тебя маленький напрягает или что, давай мы как-то решим этот вопрос, все нормально. Знаете, ничего не поменялось. А тут ты чужой бабе рассказываешь, как ты устал, бедняжка. Это при том, что он вообще практически не занимается им. То есть я даю ему вот эту свободу, о которой я читала в этих книжках, чтобы хоть как-то восстановить что-то. И он рассказывает чужим людям, что он устал. Слушай, может быть, тебе массаж сделать? Да я не настолько устал. Так я умею просто хороший массаж делать. Да. Вот. Так что, такие дела. Зовут ваша. Отлично. Я просто не знаю, что говорить, если честно. Я даже не знаю, как на это реагировать надо. Вот что я должна в этот момент сказать? Молодец? Или я тебе дома массаж не предлагала? Да уж. Я, если честно, дальше так пойдет, я не хочу это смотреть. Потому что я просто не смогу. Я родила ему ребенка. Ребенку у нас еще даже год только недавно исполнился. Массаж – это все-таки не измена. Но массаж – это... Почему дома не попросить тот же самый массаж? Я что, массаж делать не умею? Ну, я думаю, диван можно двигать, да? Время все-таки идет. Ты сильно торопишься? На диван-то нужно подвинуть, правильно? Как этот диван двигает? Помощник, дома хоть бы... Прошу, помой, пожалуйста, за собой тарелки. Так нет, мы же с работы пришли, мы устали. Тут каким-то чужим бабам, пожалуйста, и диван передвинь, ты еще их стены покрась. Жесткого с ним. Ну и как ты хочешь, как вы заставите? Ну смотри, вот этот вот я думаю, да, поставим. В смысле, вот его полностью вот так? Ну да. Окей, ставим? Давай. Стоп. Так. Осторожно, он у тебя кожаный, да, чтобы его не поцарапать. И, наверное, как ты, нормально? Сдвинем вторую часть? Мне кажется, что мы еще... Да, надо было это сначала делать. А, этот слышал. Ну давай тогда этот отодвинем немножко. Не проходит. Сейчас немножко. Ну, посмотри с этой стороны. Вот так не будем, да? Не время, не право. Правильно? Тогда продвигаем. Какой молодец. Спасибо. Как насчет того, чтобы пойти расслабиться? В смысле расслабиться? Ну, диван не такой тяжелый. Душ сходим. А вот, смотрите, Мартина переходит в наступление и зовет, что зовет вместе принять душ. Заманчивое предложение, конечно. Нет, если он согласится, я просто не знаю, что мне дальше делать. Куда я пойду одна с ребенком? В душ? Да. Знаешь, мне кажется, со своей задачей я справился. Ты как считаешь? Диван правильно же стоит? Да. Вот. И хотел тебе сказать спасибо большое за чай, очень вкусный. Еще глоток. Так, как насчет душа? Ну, я думаю, душу успею дома принять. Поэтому спасибо еще раз тебе за прием. Спасибо за то, что угостил чаем. И я, наверное, пойду. Но мы с тобой, думаю, останемся хорошими соседями. Ты в этом уверен? Я уверен. Хочу сохранить все-таки свою прекрасную семью. Проводишь? Господи, это просто какой-то капец. Если честно, я уже думала, что он пойдет. Боже, как я рада, что это не так. Слава Богу, правда. Все, до встречи. Значит, то, что он отозвался на просьбу, это было всего лишь отзывчивостью. А что касается верности вам, сомневаться не о чем.
Ну, знаете, я бы не была так уверена, что мне совсем не в чем сомневаться, потому что если бы это было действительно так, мне кажется, он бы совсем не пошел. Вот если бы расценить эту ситуацию с другой стороны, подошел бы к нему, не знаю, ну там, пенсионер какой-нибудь, бабушка, и сказал бы, перейди мне поставь диван, там, да, я одинокая. Я уверена, что он бы сказал, что у меня нет времени, у меня там семья, работа. Он бы отмазался нами, как я вот видела только что, что мы его напрягаем, беднягу. А ей он помог, пришел, причем... Увидьте вот такую картину, да, когда девушка открывает тебя в рубашке просто и в трусах. Это надо сразу говорить, все, до свидания, никакого дивана не будет здесь. Не то, что заходить в квартиру, чаи распивать и потом интеллигентно отказываться от массажа. Но, Алина, давайте все-таки уйдем от полутонов и подведем итоги. Наше расследование показало, что он не изменяет. Это, я считаю, прекрасно. Да, я очень рада, если честно. У меня просто как камень с души. Спасибо большое. Потому что, знаете, как тяжело, когда у тебя только есть ребенок, ты только начинаешь верить в то, что все может быть хорошо, и такие подозрения, они очень отравляют жизнь. Но теперь я надеюсь, что буду поспокойнее, возможно, ко всему относиться и буду доверять мужу побольше. Почему так важно знать правду? Зачем ворошить то, что может никогда не всплыть на поверхность? К чему знание об измене, если оно только разрушает отношения? Такие вопросы вы задаете часто. Так вот, время – это самое ценное, что изменщик отнимает у партнера. То самое время, за которое можно было бы построить новые отношения, основанные на правде. Увидимся!